Дворец детского и юношеского творчества Выборгского района Санкт-Петербурга представляет мультфильм «Приключения на проспекте Талантов». Папа, а куда мы едем? Мы переезжаем в новый город. А как ты думаешь, я смогу найти себе там друзей? Конечно, сынок. Ты найдешь отличных друзей и узнаешь много нового. Скорее, дети, заходите в новый дом. Мам, я не знаю, чем заняться в новом городе. Я так и не смог найти себе новых друзей. Слышал про проспект талантов? Там тебе помогут выбрать, кем ты можешь стать, сможешь участвовать в интересных проектах и откроешь свой талант. Ничего себе! Как интересно! Я побежал! И не забудь захватить свой талант-паспорт! Быстрее на площадь талантов! Упс! Ой, а что это такое? Какие-то камни вокруг валяются. Зачем они здесь? Это, сынок, таланты. Вон, посмотри, лежат никому не нужные. Люди разбрасывают их, не понимая, насколько они драгоценны, как настоящие бриллианты. Ой, ничего себе! Кажется, этот талант выбрал тебя. Только не потеряй его. Следи за ним и не вздумай его растратить. Как из этого камня может получиться бриллиант? Привет, ты новенький? Мы тебя здесь раньше не видели. Меня зовут Валя. А меня Арсентий. Пойдем и покажем тебе проспект талантов. Начнем со сферы экология. Здесь проходит круглый стол. Род травянистых, в основном однолетних растений с семейства злаки. Кажется, это пшеница? Хей, друг, у тебя светится карман. Смотрите, засветилась грань экология. Вот талант и огранен. Бежим на площадь успеха. Каждый, кто прошел этот нелегкий путь и огранил свой талант, будет вознагражден. Ребята, смотрите, а что это такое? Компетенции, успех, будущее. Как же я рада. Мы теперь столько всего знаем. Родители будут нами гордиться. Дети, как же вы повзрослели! Невероятно! Мы гордимся вами! Да, мы получили много новых знаний. Проспект талантов – это место, которое должен посетить каждый ребенок. Конец!